Всем привет! С вами Boomix.tv.ru и я Ермил Гирин. Мы находимся на международной выставке высокого интерьера Luxury Hits, которая проходит с 21 по 24 марта в Крокус Экспо. А сейчас мы стоим на стенде, который посвящена инсталляции известного британского фуд-дизайнера Тома Вульфа, который с помощью еды оформляет не только какие-то мероприятия звезд, сотрудничает с известными брендами, фотографами. Например, фотографии для этой инсталляции были сделаны британским фотографом Ричардом Хаутеном, который сотрудничает с Томом уже на протяжении довольно долгого времени. Том, как фуд-дизайнер, оформляет различные показы, мероприятия, какими-то креативными произведениями искусства из еды. Вы можете попробовать капкейки, например, или клубнику в шоколаде, который Том создал специально для нас. Завтра тут будет вечеринка, опять же, для звезд, для известных лиц, которые сюда придут. И опять же, будет сделана какая-то фотосессия, на которой все это будет запечатлено. Вот. Вообще все это очень интересно, потому что Том очень креативный дизайнер. Вот он может обмазать голую модель шоколадом, потом надеть на нее поднос с клубникой, и все это будет предлагаться гостям в различных формах попробовать. Вот. И будем надеяться, что это, опять же, оставит какие-то яркие впечатления от нашей выставки. А сейчас мы находимся напротив стенда компании «Лемезон», который представляет совместно с дизайнером Валентином Едашкиным коллекцию эксклюзивной посуды, текстиля и аксессуаров для интерьера. Наша первая коллекция выпущена совместно с Валентином Едашкиным, известным российским дизайнером. Основная концепция нашей компании, нашей продукции в том, что это комплексное решение для дома от текстиля до стекла, фарфора и каких-то подарков и ароматов. Цель нашего сотрудничества с Валентином Едашкиным заключается в том, что мы берем за основу его кутюрной коллекции и совместно с нашими уже дизайнерами и его непосредственным участием перерабатываем эти дизайны и переносим их на текстиль, на фарфор, то есть те самые принты, рисунки и тому подобные вещи. Вот сейчас мы проходим также еще один наш клиент, известный мебельный бренд Natuzzi. Он выпускает эксклюзивную мебель, уже довольно давно пользуется популярностью в России, и это вот прям эксклюзивный бренд, да, и мы очень рады, что он присутствует у нас на выставке, потому что это уже, ну, показатель какого-то качества. Следующий стенд – это компания Aurum, которая представляет Fendi Casa. Это всемирно известный фэшн-бренд, который имеет свою интерьерную линейку. Безусловно, это премиум-сегмент, и, безусловно, это не для массового спроса, но тем не менее это заслуживает особого внимания. И самое главное – ручной труд. Очень интересный экспонент – это Museum Gallery. Для него делает такие вот интересные вещи, как зеркала, статуэтки. Известный итальянский мозаичист Марко Бравура, он лауреат Венецианского биеннале. Это предметы искусства, созданные в мозаичной технике. Мы представляем произведения, созданные мастерами со всего мира в технике мозаики. И говорим о том, что мозаика – это искусство 21 века, самое современное, что есть на сегодняшний день на арт-рынке. Сейчас мы находимся около стенда итальянской компании SMEC. Это кухни. SMEC отличает очень интересный дизайн. Меня зовут Владимир, компания SMEC Russia. Это представительство итальянского производителя бытовой техники SMEC. Мы эксклюзивные поставщики в Российскую Федерацию. И представляем весь спектр бытовой техники для кухни. Это прекрасный прибор. Он был прототип сделан в сотрудничестве с компанией Fiat, семьей Аньелли. И, соответственно, это специальный холодильник для различного применения и в семейной жизни, и в каком-то маленьком бизнесе. Очень интересно, очень гламурно, я бы так сказал, да. Плюс мы расширяем постоянно линейку приборов, дополняем разные цветовые решения, в том числе и в встраиваемой технике, и в отдельно стоящей, вот, допустим, модели холодильник в золоте, золочение. Мы используем натуральное золочение. Вот. Так что у нас еще много задумок. Какие основные тренды нам стоит ожидать в этом сезоне? Какие цвета, какие материалы? А вот как раз мы и пытаемся нащупать этот тренд, то есть, допустим, вот необычные решения, как золочение, да, или больше добавления белого цвета, это тренд, это сейчас тренд, да.
Ну, есть еще маленькие задумки, которые мы здесь не показали, но у нас есть много еще что интересного. Значит, здесь на выставке мы представляем официальную компанию АНДБ. Сейчас идет тенденция возвращения к прошлому, винтажные тенденции. Вот линейка алюминиум, она отражает эту тенденцию. Вот мы и познакомились с последними тенденциями в области дизайна интерьера на рынке лакшери. С вами был Ермил Гирин, специально для Boomix TV. Пока все. Все пока.